Да, конечно. Под этот закон можно подвести все, что угодно, в том числе и наши ленты. Но давайте честно. В России, как я как-то посчитал, более миллиона законов. Около 300 тысяч только основных законов, которые нужно выполнять в обязательном порядке. И, в общем, более или менее понятно, что любой человек в своей обычной жизни одну-две тысячи этих законов ежедневно нарушает. Поэтому, ну, вот так у нас сделана правовая система. В общем,